Всем привет! В этом видео я покажу вам, где находятся все сундуки на планете Ярила в административном районе. Сейчас я нахожусь рядом с этим телепортом, и рядом с ним прям стоит уже обычный сундук. Обожаю открывать их, ребят. Такое количество награды вижу перед глазами, и это прям просто супер. Но здесь еще есть один обычный сундук, кстати, находится недалеко. Да, всего их 10 штук здесь. Давайте найдем третий. Так, он, по-моему, сверху находится. Да. Здесь сражаться нам, конечно же, не потребуется ни с кем, поэтому я сомневаюсь, что мы найдем какой-нибудь роскошный сундук, но обычных сундуков 10 даже, это уже неплохо. Так, номер 4. Номер 4 у нас... Вон он, кстати, блестит уже здесь. Замечательно. Фонарь. Я не знаю, может быть... Слушайте, они же не собьют меня, интересно, эти трамваи замечательные. Давайте в поисках еще одного сундука. Вот он, кстати. Замечательно. 5? 5? Подождите, у нас реально 5 уже, по-моему, открыто. Еще здесь 5 еще и присутствует, поэтому... Давайте найдем, попытаемся. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот он, отлично. 6. いい感じだ. Семь, слушайте. Угу, 8. いい感じだ. Девять. Ну и последний сундук в административном районе находится в метро. Чтобы туда попасть, используем вот этот телепорт, спускаемся вниз по лестнице. Единственное замечание, что данная локация открывается после завершения основной цепочки сюжетной линии. Только сюда вы сможете спуститься после завершения ее. Так, ну что, последний сундук, 10-й. Слева. Вот он, обычный. Прекрасно. Не забываем подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик. Впереди много всего интересного. И подписывайтесь на все каналы, ссылочки которых вы найдете в описании к этому видео. Для меня это очень важно. Увидимся, пока-пока.